Вы готовы? Показать свои знания, услышать мнение другого игрока – то, что может привести команду к победе. В Одинцовской библиотеке номер один провели научный квиз, в котором смогли блеснуть знаниями ученики 8 классов школ округа. Мы запускаем с учебного года серию квизов. Это будут научные, просто познавательные квизы. И раз в месяц у нас будут программы по финансовой грамотности для учеников 5-7 классов. Отвечая на разнообразные вопросы, игроки получают баллы. Гуглить во время квиза нельзя. Ребята рассчитывают только на свои знания. Самиру нравится такой формат. Главное – работать в команде, говорит юный участник викторины. Все по-современному. Что мне больше всего нравится, именно коллектив, когда можно пообщаться с кем-нибудь, атмосфера, не знаю, коллективное мероприятие само. Это очень прикольно, круто. По отзывам участников, каждый находит в квизе что-то свое. Интересные темы или познавательный досуг в кругу единомышленников. Мне нравится работать в коллективе, узнавать что-то новое. Квиз прошел весело и динамично. Ребята в восторге. Сотрудники библиотеки пообещали, викторины для школьников будут проходить регулярно. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».